Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Вот так. Все. Пусть стоит. Кажется, стрим на новом месте, неправда. Смотрим, давайте, чего вы тут разорались? Ну, я не сомневалась в своих способностях. А, ну, Макао, мы вас попытаем, ребят. Она сказала, ты надрибай, не послышалась. Нет, барабанщик. Это я после разбана. На самом деле, это реально жизнь. На забив летит чел. Ой, ноги устают. Ау, не все, кину их нахуй. Ой, боже мой, я не люблю киберспорт. Спасибо большое. Амина, ты красивая. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо, бро. Давайте смотреть после рекламы, что будет. Спасибо, Димочка. Представляешь? Я потом, если буду кабель просто, не буду мыть футболку, то год не буду стирать, буду нюхать. Что он сказал? Сука, хотите шутку? Не, не хотите, ладно. Все уже пропала шутка, можешь не просить. Шутки больше нету! Шутка закончилась! Вот тебе нахуй посмеялись! Вот тебе и посмеялись! Ага, интересно получается. Интересно, интересный будет. Какой скример, бля? Спасибо. Почти испугалась. Такой типа нет. Ну, кстати, можно озвучивать скримеры. Такой скример нужен или что? Посади его за руль. Насильно. На, тварь! Садись. Ладно, можете не рассказывать мне подробнее о ласке? Я поняла. Здорово, Гвин. Я поняла. Моя мама плачет. Значит, это правда. Блять, это очень жестко. Это вообще не смешно. Это очень жестко. Пиздец, осуждаю. Извините за увиденное, пожалуйста. Я в шоке. Это не смешно, это аморально. Ужас какой, я не согласна вообще с тем, с этими шутками, что их показывают по телевизору. Что за просто неимоверно? Сейчас нет, не умею писать. Мне кажется, этого стрима надо пилить, реально. Мне кажется, это тема. А, ладно. Что он сказал? Мама, я говно? Придумал. Танцы Fortnite, походу, чел появился по танцам. Красава! Fortnite. Готов? А, это Дискорд. Давай! Первый танец, пошел! Ликование. Идеально! Это имба. Это имба. Так, поехали второй. Здесь он стоит. Поехали, брат. Секси-шмекси. Как он это повторит? Брат, это была пушка просто. Это пиздец. Давай, как он делает? Беги, беги, беги. Нет БКБ, нихуя. Полетели, блядь! Погнали, блядь, по тавер, но нахуй, врезаемся! Пиздим дурака, блядь! На! Давно в доту не играл. Ребят, терпение труд, все перетрут. Скоро все будет, ждите. Я не мафия, потому что... Ну, допустим, я... О, это что, сделали новую штуку для мафии? Раньше же было все очень хуёво. Играю первый раз, и мне не может просто выпустить карта мафии.
Я слишком был бы везучий. Кто писает прямо на стриме? Фарук, ты ёлы-палы! Какой молодой, а уже с уриной проблемы. Человеческая нужда, ничего плохого в этом нет. Он что, реально писает на что перетрут? Конечно! В баночку. А можно как-то иначе? Блин, 16 часов, возраст, пожилые все люди. Блин, кстати, забавно, прикиньте, со временем реально будут запахи на стримах и будет запрещенный запах. Типа пукнул на стриме, короче, на собаке. Кстати, как вы думаете, ставьте ставки, дойдет ли когда-нибудь вот наши вот эти технологии до того, чтобы мы могли передавать запахи по интернету? Как вы думаете? Например, на, ну так скажем, на конференции кого-нибудь пукнул, а тебя кто-то снимал в этот момент. Ну что, бан придется тебе. Вы че, серьезно думаете, что такое будет? Я более чем уверена, что такого никогда не будет, что вы не правы. Да, чё, чувак, удержаться не мог. Вот вы можете логически подумать, каким образом это может произойти? Мог, что ли? Эх. Не, будет, блин, жду это время будет. Чё за звуки? Ну все, тогда нормально. Да я тоже как Додик вон встаю, не вдубляю! Ты дура, блядь! Она нормально села, чё ты ноешь? Нормально, поехали. Поехали, отдыхаем. Отругалась! Магия! Привет, все хорошо, спасибо за донат, бро. Дурак, блядь! А что происходит? Она сейчас упадет! Да завали! Блядь, она упадет? Крыло да я по... Бля! Им тебе это убирать! В каком же я тильте? Я вышел на улицу, знаете зачем? Я прошел до киоска, чтобы понять, что он закрыт. Я дошел до самого конца, я дошел до киоска, а он закрыт. Это пиздец, я сижу без сигарет, я, блядь, вышел на улицу первый раз за, блядь, 2 недели, дошел до киоска, а он закрыт, это пиздец, я не знаю. Он вроде никуда не перестал курить или... Ну ладно, наверное, уже курит. Это такой пиздец, это вообще... А можешь прям ненадолго приподнять очки и показать, что под ними? Лейкопластырь. Поцарапал нос где-то? Нет, просто он мне не особо нравится, поэтому я ношу его, и мне кажется, я так выгляжу, ну, посимпатичнее, что ли. Ребят, как вы думаете, если на нос наклею пластырь, мне поможет или нет? Поняли, ребят, если вам свой хуй не нравится, лейкопластырь заклеиваете. Он посимпатичный. Что, блядь, ты несешь? Какой лейкопластырь? Я бы не додумала, что такое шутка, реально мемно. Бля. Как он это сделал? Охуеть, ему повезло! Кто это? Кто это? Я не знаю, кто это. СТА авторизировал. Какая же она красивая. Боже мой, красотка. Глянь, как Алоша Сиги через таксёра заказал. Очень смешно. Сейчас посмотрим после видео. Через ВК на том сайте с петициями, которые ты в старису кидал. И меня сегодня взломали. Не рофл. Твое лицо вот такое было. Что вход был с Германией. Красиво. Считаю, давай встретимся, объясним и понятно тебе языке. Языке боли. Опа! Уясим, блядь, это что, угроза это или предупреждение, подруга? Какая тебе подруга, блядь? Я тебе в матери гожусь, сынок, блядь, какая тебе подруга? Выдохнул, упал, отжался, блядь. Напугал. 100% гель алоэ помогает классно от отеков, увлажняет. Выдохнул, упал, отжался. Алиса, ты знаешь какие-нибудь композиции про голубей? Нет, не знаю и знать не хочу. Звуки приятные. Выглядишь как обычный мальчик. Ах.
Алиса, ты знаешь какие-нибудь композиции про стримерш? Алиса! 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 Почему, когда я говорю хуйню, она работает? Привет, Алиса! А когда я говорю привет, Алиса, она не работает. Ну да. У нас же привыкли, да, пацаны, что стримерша должна намарафетиться на стрим, накраситься, да. Да. Каблучаки, шортаны, маечку с вырезом надеть, вся такая вся цаца, да, и сидеть. Вот это, знаете, как типичные стримерки, да? Их много сейчас на Твиче. Ну да, я так и делаю, что? Я так и делаю. Цаца. Цаца. И волосы постоянно поправлять. И волосы постоянно. Что вы их поправляете постоянно? Хвостик сделайте и сидите, господи. Спасибо, буду. Господи, что за хуйня? Что за хуйня? Что это было, блядь? Боже, зачем ты это делаешь, придурок? А как он это в игру сделал? Если бы не появился он. Пиздец. Нихуя, блядь. Как он это сделал? Если бы не появился он. Вот это я понимаю, талантище, блять, просто миссис талант. Хуякс! Как она это сделала? Учитесь, ребята, ебать. Мне кажется, она была открыта, типа, заранее. Или может... Не пацан, подпишись, не винись на канал, лайк поставь. Если что, он выглядит, будто палец второй направлен вверх. Быстро подписался. Ладно, это уже традиция, мне кажется. Мне кажется, это уже традицией стало какой-то.